Друзья, всем привет! Это «Воскресная фишка» – рубрика, в которой мы с вами учимся собирать вот эту штуку чуть-чуть быстрее. И сегодня я вам хочу показать еще один ZBLL, который является логическим продолжением прошлого ZBLL, потому что делается весьма похожим способом. И вот она, эта ситуация. Те же глазки, что и в прошлом видео, только держать мы их теперь будем слева. И делать будем даже тот же самый алгоритм. И в тот раз у нас была буква L, если помните, а здесь русская буква G. Вот она. Если взять вот так, то это прям будет русская буква G из элементов, которые уже стоят на своих местах и как надо. Но держать мы этой буквой G будем как раз-таки вот так. То есть она будет у нас в перевернутом состоянии. В этот раз нам с вами нужно не выключить свет, а уехать в Лондон. Потом сделать Австралию. И вернуться из Лондона. И таким образом мы собираем крестовой OLL глаза вместе с PLL. А это в сумме и дает ZBLL. Друзья, ну я думаю, не надо говорить о том, как смоделировать эту ситуацию, точно так же, как она и решается. С предыдущей ситуацией она похожа не только тем, что делается с помощью одного и того же алгоритма, а еще и тем, что это тоже фишка из блайнда, из слепой сборки. Так мы в слепой сборке делаем букву, угадайте какую, точнее не угадайте, а знающие люди, конечно же, напишут это в комментариях, правильно? Вот, и на этом хочется пожелать вам удачи в освоении сложного этапа, такого как ZBLL, и попрощаться с вами. До новых встреч на моем канале.